Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Nokia 1.4 можно изменить размер шрифта. Заходим в настройки. Далее нажимаем экран. После чего нажимаем с вами дополнительно размер шрифта и выбираем размер шрифта. Мелкий по умолчанию, крупный максимальный. Я поставлю крупный. После чего выходим. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!